Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. В преддверии весенних праздников я представлю вам мастер-класс по изготовлению мыла «Весенний тюльпан». Для этого нам понадобится мыльная основа прозрачная, форма силиконовая 3D тюльпан, она вот состоит из двух частей, это бутон цветка и вот это непосредственно сами листочки. Также понадобится перламутр жемчужный сухой, отдушка тюльпан, краситель жидкий пищевой малиновый и краситель пищевой зеленый. Также из инвентаря нам понадобится пипетка, палочка стеклянная для перемешивания и мерный стакан термостойкий. Для начала растопим мыльную основу. Первым этапом будет изготовление самих листиков. Для этого мы берем часть формы с листочками. Она вот идет с таким вот разрезом. В комплекте идет несколько резиночек. Мы одеваем эти резинки на форму, чтобы хорошо их закрепить. Они хорошо зафиксировали форму. И в растопленную основу добавляем несколько капель красителя. Так как краситель очень яркий и концентрированный, предостаточно буквально будет 1-2 капельки. Все тщательно перемешиваем. Ну, исходя из желаемого цвета, мы хотим сделать немного поярче, поэтому можно добавить еще капельку. Заливаем его в форму. И оставляем до полного застывания. Пока одна часть мыла застывает, займемся изготовлением второй части нашего тюльпана, именно бутона. Для этого в растопленную мыльную основу добавляем несколько капель малинового красителя. Все тщательно перемешиваем. И добавляем отдушку тюльпана. Все перемешиваем. И заливаем все в форму. И оставляем две части нашего мыла до полного высыхания. После того, как обе части мыла застыли, достаем их из формочки. И также достаем вторую часть. Теперь с помощью пипетки и растопленной мыльной основы мы скрепляем две части.
Предварительно на каждой части чертим такие вот полосочки для того, чтобы обе части хорошо друг с дружкой скрепились. И с помощью пипетки теперь добавляем несколько капель мыльной основы. На одну часть. И также несколько капель на вторую часть. И теперь эти обе части скрепляем. И оставляем на несколько минут, чтобы они хорошо просохли и хорошо скрепились. После того, как обе части хорошо засохли, скрепились, вот в итоге у нас получается такой вот красивый, живой тюльпан с ароматом также тюльпана. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!